сегодня я расскажу про так называемый мистический ритуал самоотречения. Так романтично. Что тут происходит? Хрень какая-то. Ты не вправе вмешиваться в их судьбу. Они должны встретиться через 3 года. Зачем ждать так долго? Можно же все ускорить. Я не позволю тебе нарушить кодекс. Она останется одна. Вот оно. Духи говорят на ней проклятие. Как проклятая, она проведет жизнь в полном одиночестве. Она одна будет, и мы с ней постоянно одна. Через тебя к ней пришло проклятие. Что это? Статья из газеты 63-го года. Трагедия в университете, заслуженный преподаватель таинственно исчез. Это же он, с Рустом. Как 2 капли воды. А как снять проклятие? Никак. Можно только взять добровольно. Ты не веришь в магию? Не верил. Пока тебя не встретил. Как же здорово, что вот все мы здесь сегодня собрались. Ну окей. Рустам подстроил все. Ритуал сделает его всемогущим. Но любовь побеждает любую магию. Это часть твоего пути. Ты же знаешь, меня не остановить. Зачем вы это с нами сделали? Ну вот что для тебя важнее? Она или знать зачем? Love is you.